Большое событие для любителей меньших братьев состоялось в минувшие выходные в Ангарске. Выставка «Собак. Созвездие Альфы» собрала несколько сотен животных самых разных пород, в том числе и редких. О том, как прошел собачий конкурс красоты и как выбрать идеального щенка, расскажем далее. Тем, кто боится собак, лучше обойти это место стороной, а вот для любителей хвостатых друзей происходящее настоящий праздник. Выставка «Собак. Созвездие Альфы» собрала более 300 конкурсантов, многие из которых приехали сюда из других регионов. Все ради того, чтобы показать истинным ценителям своего питомца. Наша собака Таймер, он цвергшнауцер белый. Ну, он очень нежный, но при этом он не трус, он храбрый, может постоять за себя. Но при этом он достаточно спокойный и уверенный в себе пес. На выставке представлены самые разнообразные породы, в том числе и редкие. Английский сеттер, прямошерстный ретривер, кунхаунд, шелти и многие другие. Владельцы уникальных животных о происхождении своих собак знают практически все. Порода китайский чунцин, которая была выведена более 2000 лет назад. Аборигенная порода, то есть в ее создании не участвовали люди, скажем так. Это природа сама создала такое чудо. До наших дней дошла порода в таком виде. Подготовка собак к выставке – это целое мастерство. Прическа, укладка – здесь все как у людей. Довести животное до сияющего блеска можно прямо на конкурсе. Соревнования проходили по 10 группам. Жюри, в составе которого присутствовали иностранные эксперты, оценивали животных по целому ряду критериев. Эксперт РКФ или в данном случае ФЦИ осматривает собаку, описывает их анатомию, движение, хендлинг, груминг, в совокупности оценивает собаку и, соответственно, присуждает определенное место. Либо хорошо, либо очень хорошо, либо отлично, либо лучший представитель породы. Чемпионом стал золотистый ретривер из Иркутска. Престижные регалии значительно повышают ценность помета. Именно это вкупе с репутацией заводчика является основным из ключевых факторов при выборе породистой собаки. Также специалисты рекомендуют обращать внимание на родословную пса. Ну а если вы ищете не чудо собачьей селекции, а прежде всего верного друга, то разумнее всего обратиться в приют для бездомных животных. Участвовать в престижных турнирах с такой собакой не удастся, зато сделайте доброе дело. Александр Бычков, Дмитрий Новопашин. Местное время.